Видео будет называться «Как Авито грабит простых людей». Значит, 23.07.2001 я разместил вот такое вот объявление продажи книги. Ну, он до сих пор висит. Вот. На следующий день с помощью Авито доставки мне эту книгу покупают. И я иду на почту, отправляю эту книгу, вот экспедиторская расписка, номер 805-126-614-195-11. Вот, и значит, Авито пишет, что я получу деньги, указав карту. Ну, я договорился с другом, что номер карты он не даст, ну и деньги потом наликом вернет. Так как карты у меня нету своей. И на это есть свои причины. Не буду их объяснять. Вот, значит, Авито пишет, что книга получена, деньги можно получить. Но для этого нужно не только указать данные карты, но еще и секретный код карты, кстати. Указать данные уже нельзя, надо обновить приложение. Так. Придется еще и обновлять. Ну что же, сделаем паузу и обновим приложение.